Герани, всходы. Вот этим всходом 10 дней. И у них только начинают появляться настоящие листики. Это сорт Маверик. Достаточно высокорослый по сравнению с другим сортом. Колорама намного выше, и у них даже разный цвет. Колорамы появляются первые настоящие листики. Чуть подрастет, и буду их пикировать. Также, видите, маленько закручиваются листики из этого паутинного клеща. Надо будет их хорошо обрабатывать. И вот сорт Night Balan. Взошли не все, только 7 семечек. Остальные остались пока на месте. Может быть, прорастут, но хотя я уже сомневаюсь. Прошло уже 2 недели, а всходы не появляются. Ну, ничего страшного, я считаю, это тоже неплохая всхожесть.